Здорово всем, с вами Хилхёртс, и сегодня мы с вами поиграем в игру, которая называется Valfaris. Посоветовал ее Гаватари. Ну, я в принципе люблю всякое такое, давайте поглядим, я уже немножко тут попробовал, вроде бы работает, поехали. В далеком уголке вселенной одинокий волчий корабль браздит космос. Тут сюжет есть, не поверите. Гиперпространство отключено, подготовка к сближению с Valfarisом. Пора просыпаться, Трион. Я не сплю, даже посреди космоса мне не до сна. Геката, проведи общий поиск следов на Valfarisе. Запуск сканирования. Обнаружен четкий сигнал, похоже, цель бездействует. При сканировании также найдено множество форм жизни. Будем надеяться, что мы найдем там Вролла. Пора моему отцу заплатить за свои преступления. Valfaris в зоне видимости. Провожу последние приготовления к стыковке. Траектория сфиксирована, боевые системы наготове. Включаю автопилот. Переключи на ручное управление, хочется чего-то потяжелее. Волчий корабль готов к стыковке, я подключусь к главной системе Valfarisа, чтобы оставаться на связи. Что ж, пора приготовиться. Valfaris, я возвращаюсь домой. Приготовься. Ну простите, Влад не очень умный, он читать не умеет, блин, в школе не учился, ну глупый, ну простите, пожалуйста. Ютубер пошел. Неплохая посадка. Спасибо, тренировки не прошли зря. Твои летные навыки привлекли внимание, к тебе приближается множество форм жизни. Ох, значит, пора приступить к работе. Так, поехали. Джойстик подключается, мое почтение. Господи, какое... Кто придумал управление? Ну типа, серьезно. В целом, ладно, разберемся. Клево то, что и на... Получается, клавиатуре, и на геймпаде подписываются те кнопки, которые действительно фактически за это отвечают. Ну, в визуальном стиле лютое мясо, как вы можете понимать. Играется просто космически приятно. Там серьезно. Черти, смотри, сзади. Здесь можно какие-то щиты еще юзать, не знаю, на кой черт это нужно, но есть и есть, как говорится. Смотри, какой бычара сутулый. Ну, собака, иди сюда, раз на раз. Господи, игрушка должна быть максимально мясной. Заряжаю щит сюда, просто летим, врываемся. На, собака, тебе, собака слева, собака сзади. Вниз присесть. А зачем мне присаживаться? Возможно, у нас кто-нибудь быстрее... Ух, смотри, черти. Лёх какой, ты думаешь... Смотри, какой опасный. Тут, походу, надо паркурить. Ого, я и так умею. Вот это вы черти. Ладно, сейчас еще разок. А, полагаю, чекпоинтов тут прям таких не завезли. Ладно. Чтобы вы понимали, играть не просто. То есть здесь нужно уметь играть. И я, к сожалению, играть не умею. Поэтому у меня такие большие проблемы с этим. Ну, я пойду в милишку тогда. Как жестко всех разваливать. Амана, впитываем урон, как не в себя. Две плюхи, они разлетелись сюда. Пешечка. Ай, чертова псина на меня напала. Ладно, идем, бежим, струляем. Да, присесть от этого черта. Не совсем удобно, но ладно. Могу ли я прыгать постоянно? Да, могу, это офигительно удобно. И забавно. Великолепно. Подготовился и сделал все красиво. Это, так полагаю, экстра лайф. А, лоу, я не могу сюда попасть. То есть мне нужно запаркурить. Хорошо, видел возрождение. Это чекпоинт. Правый бампер, восстановить это возрождение. Правил... Ну, правый бампер. Господи, это бампер называется? Ладно. Ладно. Левый триггер, любое направление. Чего? Удерживайте левый триггер. Триггер это что? Это вот это? Нет, левый триггер. Подожди, удерживайте левый триггер. Но триггер это вот это. Плюс любое направление. А, ну это типа как в Diablo через Shift, так, понял. Очень неоднозначно, ну ладно, anyway. А как пройти? Во-первых, собраться. Ух, ничего себе. Возрождение, эти штуки, я полагаю, мне нужны. Ладно. Есть, интересно, какая-нибудь атака в падении, как в Dark Souls. Ай, черти, черти, о, что за дичь началась-то? Можно мне дальше обучение проходить? Потому что-то здесь все слишком быстро, я не вывожу. Ля, тупо мясо. Какая-то очень недружелюбная планета, к сожалению. Угу. Зачем? Нажмите правый бампер. Плазменный пистолет. Можно улучшить? Улучшить? Можно? Требуется в наличии, ни хрена нельзя. Ладно, поехали дальше.
какой-то босяра. По-моему, в меня стреляют. Я, конечно, не эксперт. Я просто меняю положение и побеждаю. О, да. Жесть, конечно, он крут. Контратака, щит, мгновение, парирование сюда. Джонни умеет парировать. Что творит этот чемпион? Только посмотри на него. Блин, эти черти прыгают и очень неприятно делают. Я такое осуждаю. Динамично, да. Прикольно, да. Нравится ли мне? Или мне в целом, да, но сложно, сложно. Нужно прямые руки иметь. Ну, мне особо точиться нечем. Ломается. Тут я иду, и противников нет. Гончих одолевать. Ну, давай сюда, гончие, сутулые. Я тупо в милишке буду драться, мне кажется, она куда более эффективной, нежели дальний бой. Так, так, я дерусь. Дерусь, я чемпион. Я к ней всегда. Ля, летун космический прилетел. Тупо босяра. Ага, здорово. Ладно. Был пацан, и нет пацана. Ну, бывает. Главное, чтобы хпшка была бесконечная. В принципе, сверху на меня не прыгают, а этих я могу расстреливать. А этих типа мю, она, и что-то получается. Нормально. Приемлемо. Вон, летит большая гончая. Слушайте, тут задники, оказывается, ни хрена тянет, действительно что-то, как бы, информативное на них есть. Так, она других атак не знает, да? Забавно. А, эта хрень уешит очень далеко. Я ее одолел, фу ты, легко. Типа не почувствовал урона. Я могу, по идее, запарировать. Да, легко. Метальные запилы. Никогда не был фанатом этой музыки, но выглядит, конечно, все пафосно, максимально пафосно. О, мой любимый платформинг, сюда. В скобках, я ненавижу платформинг. О, ну-ка, что это? Сюжет? Нажать-то. Сломал что-то я, да? Призрак ада. И что это? Стреляет непрерывным потоком могущественных и истязаемых душ. Ра-та-та-та-та. Но это ману тратит. Понятно. Выглядит суперсексуально. Угу. А, щит тоже энергию тратит? Нифига себе новости. Ага. И что? А вон как. Ничего себе сложно. Просто подобью эту хренать, не все. А, их много. Мать моя. Какая им сила, Джонни? Я не очень умный, я не умею стрелять как надо. Жет-та-та-та, что такое? Иди сюда. Блин, я проиграю уже так. Я проиграл. Почти дошел до точки сохранения. Слишком много движущихся объектов. Я не готов. Просто буду доджить. Надо научиться парировать профессионально. Что это такое, я не помню. Полагаю, это была срезка секретная. Сейчас все сделаем. Почти. Мастер парирования, это я, здорово. Господи, как же он парирует? Только посмотри, что он творит. Его тупо не остановить. Я нажал сейчас супер идеально. Я не знаю, игра просто засудила меня. Господи, какой же я кривой, мама родная. Поздно. Я же нормально прожимаю кнопочки, нет? А явно что-то не так делаю. Ладно, постараюсь не сильно торопиться. А, эту хрень можно тоже сломать. О, тут все дамажит, ни хрена себе новости. Да неужели? Это секретка? Да, вы знаете, это супер секретка. Что это такое? И я получаю кровавый металл. Это шняга для улучшения, полагаю я. Улучшайте оружие, да-да-да, все верно.
Это ядро. Ну вот давай, допустим, милишку улучшить. Три штуки требуется, охренеть. Дайте. Это такое. Если бы я знал. И если бы я только знал. Баки сатулы. Блин, что-то произошло нехорошее, ну ладно. Делаем вид, что все так и было. А как тогда сделать туда? Ладно. Anyway, вроде получилось. Я просто улучшалки беру. Ну вот я ломаю, что происходит? Просто фонарь поломал. Ну, бывает. Так и что? Нифига себе сложно. Вы противники. Пауки, ненавижу, мать их, пауков. Я же нажал. Ведь, походу, input lag очень большой. Не, игра вообще не выглядит простой, вот брать не буду. Черт какой, а? Если бы я еще управление постоянно не путал, проблем бы было... проблем бы было меньше. Но, к сожалению, проблемы есть. Это будет тряску экрана потом убрать. Я не знаю, как это произошло, но я вроде бы избежал дамага. А, ну в принципе просто пулеметом стреляешь этим автоматом. И куда идти? Твари везде полно, пипец просто, жесть. Мы вроде прошли кое-куда. А, сюда. А, нечем улучшаться. Фигню надо как-то взять. А как? Примерно понял. И чё? Не могу. Но зато улучшалка есть. Впереди обнаружен мощный источник энергии. Отлично, как раз то, что нужно. Ну и чё? Я могу типа бабахать, как сатана. Хилочка, хилочка, хилочка. Очко горит, надо полечить. Блин, а что они так предиктят охренительно, а? Невероятно, да, пришлось немного попотеть. Но это было несложно. Вообще без проблем, все прошли с первого раза. First try, как говорится, you know. Проход дальше заблокирован. Интересно, если корабль, на котором ты стоишь, работал на энергокристалле, то систему можно запустить снова. А на работающем корабле можно пробраться дальше, ясно. Что делать? Полагаю, сюда можно закрепаться. Оу, щит. Максимум здоровья. Ага. Это сложно. Давай улучшим. Угу. Он визуально даже никак не поменялся. Ну ладно. Хотя, так понимаю, штуки, чтобы подняться, да? Ну да. Если бы не эти сутулые пауки, которые дамажат как не в себя. Вверх! Нихера себе он поимет. Что творит? Я не успел, я нажимал. Тут еще одна гончая. Как с этим всем драться? Блин, игра душная. В плане реально сложно. Не для моих кривых, знаете ли, рук. Надо без прыжков, я понял. Что так много урона? На себя. А можно ее убить сегодня? Я же жму блок. Алло, дядя, ты шо? Вот это жесть. Очень не хватает какого-нибудь дэша. Прям реально не хватает, как не в себя. Тайминг где-то не мое. Сейчас повезло.
Повезло. А, ни хрена, они еще с самонаведением. Можно попадать сегодня по ней, нет? Ну это просто дичь. Она еще удержит как не в себя. Ниже на кое-как. Можно сюда пройти. Новый ган, полагаю. Ублюдок, сюда. Могущественный меч, давай посмотрим. Зачем тогда я другое улучшал? Непонятно. Я, наверное, очень глупый. Я понял. Я полагаю, отсюда должен начать движение, да? Я, может, что-то не понимаю? Я могу как-нибудь иначе сделать это? Наверное, вот отсюда. Ну да. Было гораздо проще, чем я думал. Тебе нужен энергокристалл. Подожди, пока защита отключится, затем уничтожь поле, удерживающее кристалл. Хорошо, церемониться не буду. Васяра, что ли? С этими чертами? С чертями драться. Блин, а что они такие душные? О, преграда. Просто всаживаем в него. Блин. Вторая волна. Оу, щит, мэн. Ну, они когда появляются, нужно по-любому дэшить как-то. Ехали. Я же нажал, ты чё? Проще, наверное, держать. Какой ты мудень, мать твою. Ладно, я вернусь с новыми силами и разорву тебя на клочки. Ну, продолжаем воевать как-то. И кнопочка не та. Да твою-то мать, можно не отъезжать сегодня, Влад? Берись, плиз. Тупо разорвали. Не, прикольно, когда не торопишься, все урайт. Не торопишься. Почему тут эта хрень? Это просто фонарь, я не пойму. Право могу, показывает, идолов есть. Здоровье и энергию, прикольно. Ну и полагаю, мы преодолели преграду, да? Блин, так напрягает то, что они ходят еще, когда их немножко порезал. Зачем это? Я вернулся назад? А, я запустил корабль, правильно? Полетели, ужух. Блин, стильно, стильно. Ничего не могу сказать. Игра не лишена стиля. Я думаю, для первого взгляда хватит. Если вдруг вам понравится, вы пишите. Может, поиграем, может, не поиграем. В общем, за рекомендацию спасибо. Прикольная игрушка, очень мясная, очень, блин, сложная. Но как-то так. Всем большое спасибо за просмотр, счастья и здоровья. Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас все честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы все у всех было хорошо. С вами был Хилл Хёрдс.